Как бороться с борщевиком Сосновского? Получить субсидию на содержание коров в частных подворьях? На какую поддержку от государства могут рассчитывать аграрии в этом году? На эти другие вопросы жители Чувашии ответил министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. Прямая трансляция программы «Агрочас» прошла в социальных сетях. В ней также приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашии Марина Трофимова и заместитель министра труда и социальной защиты республики Александр Колесников. Первая тема разговора злободневная. Обсудили начало пожароопасного сезона. Чиновники призвали глав администрации муниципальных районов и городских округов проинформировать население о правилах безопасности. Свои вопросы в комментариях под видеотрансляцией мог оставить любой желающий и оперативно получить на них ответ. Вопросы можно было задавать и онлайн. В ходе прямой трансляции Сергей Артамонов призвал глав администрации сельских поселений активнее участвовать в государственных программах. Ведь в этом году на развитие сел и деревень республики направлено почти 5 миллиардов рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году. В текущем году будет реализовываться 720 проектов инициативного бюджетирования. Почему заостряю внимание? Мы должны в этом году с вами отремонтировать вовремя и качественно 282 автомобильные дороги, 133 объекта коммунального хозяйства, 64 места захоронения, 62 детские площадки, 57 мест массового отдыха,